Рада вас приветствовать на своем канале. С вами Светлана в Екатеринбурге. Не знаю, какое число, суббота сегодня. Мы приехали на Кор. Я решила еще подкупить себе цветной зелени. Заодно забежала сюда к нам на речек. Так, это 30-й. Первая линия. Сейчас вот такую прикуплю. Я, по-моему, такую купила уже. Надо еще такую купить. Такие вот я покупала в прошлые выходные. Сумочки. Но вот с сумочками меня не заладилось никак. Почему-то не брали меня. Один или два я сделала сумочки, остальное продала. Так, эти девочка миксует, делает какой надо цвет. Огромное количество пакетов. Всевозможных вот таких вот шпажек. Я вот такие люблю, они сразу идут 15 сантиметров. И очень удобно, не обрезать ничего не надо. Ну, в принципе, вот такую взять на два тоже. Топеры всевозможные, бумаги завались. Лент, какой тебе только душеньки угодно. Но все время прилетаешь, глаза вылупишь, и все забудешь, все, что хотел купить. Вот. Всевозможные коробки, сердечки. Ну вот такая вот мне не нравится, она грубоватая. Я в Сималенде беру, она там мягкая и такая гофрированная. И карабулки всякие. Так. Ну еще покажу вам корзинки тоже. Но у нас таких цен на корзинок нет, как у вас, девчат. Цены у нас, конечно... Я могу корзинки ваши снять? Цены у нас, конечно, на корзинке, ну, подороже, чем у вас. Поэтому приходится пользоваться только сималендовскими. Вот такую хотела, но она что-то хлипенькая. 300 рублей стоит, там вот две висит. Так, что-то хозяйки нету. Ну ладно, может зайдем потом попозже. Сейчас пойду к зелени, к лили. Ладно. Есть еще вот такие корзины. Я знаю, девчата, они у вас тоже у многих продаются, но у нас тоже дорого. Такая вот корзина нижняя вот стоят, там тройняшки, 1303 штуки или 1500. Ну, в общем, такие цены. Не знаю, может, у нас где-то есть такие ларечки на рынках именно по корзинкам. Также цветов огромное количество, мыльных. Такие можно взять на вставочки. Еще я своей принцессе куплю. Она вот через... Такие разные. Так, все, приехали мы скоро. Вот все, что взяла сегодня у Лили. Они вот такие длинные. Тут у меня художественный беспорядок, как всегда. Упаковываю. Тут у меня все на этой лоджии. Вся моя жизнь. Эта девочка заказала наборчики, что-то исчезло. Ну, исчезла, исчезла. Так. Значит, вот такую лепоту. Они вот такие веточки гнутся во все стороны. И в прошлый раз я, по-моему, голубые взяла. Сейчас еще посмотрим, что в прошлый раз я взяла. А то и все. Бегом, бегом, бегом. Огромная такая ветища целая. Тоже очень удобно будет делать всевозможные
Произведение искусств. Так, по цене 350. Тут три ветки. Они вот такие большие, поэтому цена как бы реальная. Так, вот такие не обращала в прошлый раз. Да и вообще не обращала ни на что внимания. Вот такие вот штучки. Листики. Они, не знаю, не ткань, что-то пластик, что ли, очень тоже можно будет и веточками ставить, и по одному. Вот тоже две веточки взяла. Так, они по 120. Так, сейчас у меня там супруг идет. Так, все, дверь открыла, впустила. Дальше купила вот такие коряшки. Ну, они не коряшки, как... Не знаю, они без названия, наверное, как кораллы они. Не кораллы. Взяла вот четыре разных цвета. К сожалению, розового не было и такого персикового. Но это тоже пойдут. Такие вот они хорошенькие. Так, один корешок. 200 рублей. Тут тоже довольно-таки много. Вот такие вот расцветочки. Дальше идут. Взяла вот такие три. То есть по тону немножко отличается. Это какой-то серо-голубой, что ли. Больше к серому. Это голубенькое, это потемней. Так, это эти штучки по 100 рублей. Да, 100 рублей. Так, дальше. У всех разная жесткость, разная такая, разные приятности. Мягенькие. Это вот совсем мягенькие, тоже как коральчики, не знаю, как называется. Этих я взяла сегодня 4. Да, 4. Прошлую субботу или воскресенье тоже каких-то набрала. Сейчас посмотрим. Вот такие вот они. Очень приятненькие. Чужа уже пришла. Твое место заняла. Они совсем такие мягенькие, но тоже можно будет, если нужно, где-то в кашпо поставить веточку. Я думаю, будет очень так же приятненько. Так, эти тоже по 100 рублей. Так, приятненькие. Так, и крайние вот такие вот. Вот такие тоже. Кораллы, не кораллы, не знаю. А, это сюда еще одна синяя. Ага, ну, поняла. Так, а это вот другая немножко. Серенькую. Серо-голубую с синей взяла. Тоже по 100 рублей. Тоже вот такие веточки. Можно куда-то добавлять будет. Уже даже знаю, куда. Так, и вот такая вот. Тоже очень приятненькая такая. Можно тоже большими веточками. Вот, сейчас покажу, что в прошлый раз покупала. Ну, в прошлый раз куча была поярче. Это вот такие вот. А вот такие что-то я не взяла сегодня, никаких других цветов. Зелененькую пальмочку такую взяла, розовенькую. Уже буду, планирую с ним собирать оранжевую. Вот такая вот. Вот такую сиреневую прям хочу вот собрать. У меня в голове уже сложилась композиция. Вот именно под эту сиреневую. Там, по-моему, еще какую-то сиреневую взяла. То есть можно будет смиксовать в букете. Ну, вот эти мягкости, приятности. А, вот такую еще вот. Они вот такими большими веточками. Ну, на заднем плане. Или вот они гнутся, их можно будет... Ну, в общем, при желании можно... сделать красоту. Ну и вот такие вот. Разности при разности. Ну вот вся эта куча и прошла разная, или как сказать, прошла недельная. И сегодняшняя. Сегодня 2550, и в прошлый раз 2100. Ну, грубо говоря. Ой. Ну, почти 5000. Вот эта вот куча. Ну, конечно, она того стоит, я нисколечко не жалею. Сейчас покажу, что на Симе заказала. Вчера пришла у меня коробочка. Так, вот такие 5 деревяшечек купила на Симе. По ценам не скажу. Запоминать цены — это не мой конек. Ну, в районе около 200, может быть, 160. Беленькую. И вот такую обожженную. Ну, вот обожженную возьму еще несколько, потому что в них очень красиво смотрятся работы. И вот такой ящичек. Девчата тоже собирают в таких ящиках. И мне захотелось. И вот такой же вот
Кто там выглядывает? Жужа? Жужа? Ты моя Жужа, помощница моя. Тут у меня сушильня, коптильня, сохнет все. Батареи отключили, очень тяжело сохнет все. Ну, ничего страшного, сроки на сутки сдвинулись, девочки, не в обиде. Всех, с кем договаривалась, всем все отправлю в срок. Так, вроде бы все показала. Вроде бы все. Ну все, всем хорошего настроения, отличных закупок, много планов вам, исполнения ваших всех задумок в творчестве. И всего-всего самого хорошего. У нас сегодня солнечно, очень хорошая погодка. Все, всем пока-пока. Ну, это опять я, как всегда, не договорила. Эти вот штучки, стебли-то, это вообще шикардосные. Их можно будет использовать как отдельные, то есть как добавление, выгинать там их по-всякому, в букеты вставлять. Например, вот так как-то. Вот тут обрезать, вот так ставить. Также можно будет и пионы на них тяжелые одевать. И розы большие, то есть не пропадет ничего, все уйдет в дело. А вот это как по типу бамбука, так вообще можно как художественные вставки вставлять. В наши с вами, девочки, произведения искусств. Ну все, теперь точно все.